привет, друзья! Перед началом просмотра видео попрошу вас подписаться на наш канал. Анастасия Волочкова могла погибнуть на недавнем концерте. Балерина утверждает, что трагедия могла произойти при исполнении номера в позолоченной клетке, подвешенной на высоте нескольких метров. Во время интервью на шоу «Правда-24» на телеканале «Москва-24» артистка заявила, что могла разбиться в клетке на лебедке, которую сама и покупала. По ее словам, причиной послужило то, что условия зала не позволяли поднять клетку на нужную высоту. Волочкова заявила, что не желает рассказывать эту историю в подробностях, отметив ее страшный характер. Только вот зрители не впечатлил рассказ балерины. Многие обратили внимание на то, что Волочкова была бледная и вялая. Они предположили, что Анастасия могла прийти на шоу пьяной. Друзья, я хочу вам порекомендовать очень классные товары по очень доступным ценам. Там есть товары как для женщин, так же и для мужчин. Все ссылки находятся в описании. Спасибо за просмотр и всего вам доброго.